Уже второй день Карачаевск стал центром демонстрации талантов творческих людей. Здесь проходит республиканский фестиваль-конкурс «Игра и театр», в рамках которого участники представляли на сцене колоритные постановки на языках народов республики. Дарья Тендит подробнее. Артисты Народного театра из Карачаевского района с комедией «Правдоподобная ложь» на карачаевском языке под зажигательный танец открыли... Главная героиня Аклима пытается женить своего сына Ахмата на богатой невесте, тронутой умом. Она подговорила своего мужа и его племянника, договорилась с отцом девушки, и ее привели в дом. Я не понимаю, келин надо брать? Келин, говорю, Ахмат на отцом бельмеде, понимаешь? А я говорю, сура бельмеде, замуж Ахалай Бараса. О, от тебя сурганмада, говорит, билет руса, говорит, вот Ахмат. По иронии судьбы, Ахмат вернулся из командировки в тот же день и, узнав о решении своей матери, наотрез отказался жениться. Сюжет истории приобретает интересный поворот в конце. Главный герой Ахмат, рассердившись, уехал из родного дома. Отца богатой невесты арестовали, а Аклима поняла, что осталась у разбитого корыта. Артисты подарили зрителям нескончаемый поток позитива. Достаточно хороший опыт для развития и для всего остального. Настрой был, конечно же, хороший, а так получилось, как получилось. Думаем, что нормально получилось. У нас все получилось, настрой был очень хороший, мы долго готовились к этому, трудились, ну и все прошло на ура. После каждого выступления члены жюри оценивали конкурсантов по определенным критериям – актерское мастерство, костюмы, декорации и так далее. Не менее важной была эмоциональная отдача. Народные театры подготовили колоритные выступления, в которых ярко отражалась красота их родного языка. Хотим по достоинству оценить каждого актера, каждую работу. Поэтому это очень сложно, потому что очень много действительно талантливых. И, естественно, для нас это очень волнительно, так же, как и для них. Свои умения на сцене демонстрировали 6 коллективов народных театров районов республики в возрасте от 18 до 25 и старше. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.